для тех, кто видит впервые, самый опасный вредитель, грунтовой вредитель, который подгрызает корни растений, питается картофелем. Зовут его медведка. Или земляной рак. Или земляной рак. Какой он красивый. Действительно клешни. Как у настоящего рака. Причем жесткие. Ай-яй-яй-яй-яй! Конечно, она хочет убежать. Куда же ее ты остановишь? Давай я буду держать, а ты вот и с противной. Чего она противная? Она красавица. Нет, она ужасная. Не, ну вообще, действительно на рака похожа. Я ее отпускаю. Зачем? Пусть живет красотка. А, так она зарылась, та первая тоже зарылась тогда. На рака похожа. Я ее отпускаю. Зачем? Пусть живет красотка. А, так она зарылась, та первая тоже зарылась тогда. Сейчас поэтому ее, мы и не увидели. Сейчас ее просто перенес в безопасное для нас место. И все, пусть ей живет.